Ой, сегодняшний день очень интересен, потому что ты видишь профориентаторов со всей Омской области, и это обмен опытом, обмен идеями, обмен какими-то, просто разговор, скорее всего, между людьми, которые связаны с тобой общей деятельностью. Поэтому очень интересный опыт. Смотря сейчас на результаты команд, хочется уже увидеть их выступления, потому что то, что изображено у них на ватманах, это очень интересно. Всем советую.